Приветствую вас, дорогие друзья! Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать колокольчик, а мы начинаем. О том, что в жизни Стаса Пьехи случилось ужасное событие, стало известно через социальную сеть Instagram. Популярный исполнитель опубликовал фотографию, на которой запечатлен с неким мужчиной. «Прощай, братик», — коротко подписал снимок певец. Лаконичная запись заинтриговала многочисленных подписчиков Стаса Пьехи. Так в комментариях продюсер Иосиф Пригожин отреагировал, он же молодой. «Как так?» Убитый горем артист ответил, 41 год, сложно поверить. На вопросы, кто этот человек и что с ним случилось, Стас Пьеха предпочел не отвечать, но дал понять, что он умер. Его больше нет, коротко объяснил популярный исполнитель. Поклонники выразили свои соболезнования, высказали слова поддержки и немедленно вступили в полемику друг с другом, пытаясь прекратить поток вопросов к артисту. Люди, будьте людьми. Что ж вы налетели? А кто это? А что это? А что с ним? А как с ним? С вами поделились, очень сокровенным. А вы лезете в душу с грязными ногами, приструнили подписчиков в комментариях. Уже не важно, как и почему. Жизнь на земле, мгновение, но уход лишь продолжение пути. Поддержка души и легкого продвижения и осознания произошедшего, философски отметил другой интернет-пользователь. Отметим, что и сам Стас Пьеха был не раз на волосок от смерти. Певец не скрывает, что в молодости увлекался запрещенными веществами. Однажды он даже опубликовал видео, где ему 16 лет. Тогда он вместе с бабушкой участвовал в съемках передачи. Стас Пьеха рассказал, что к тому времени практически не питался, поэтому весил около 49 килограммов. По его словам, случалось, ноги отнимались и он был вынужден сидеть, поскольку не мог передвигаться, пока не пройдет действие наркотика. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь. До встречи.